Всем огромный привет! Часто я показываю то, что мне прислали на обзор для прекрасной половины человечества, для женщин. Но сегодня исключение. Я хочу показать то, что мне прислали на обзор для второй прекрасной половины человечества, для мужчин. У меня очень много подписчиков именно мужчин, и сегодня речь пойдет для вас. Но женщины, конечно, от меня не уходят. Девочки, оставайтесь, потому что то, что я покажу, возможно, будет интересно вам как подарок для мужей, для братьев, для сыновей, потому что я буду говорить о туалетных водах. Компания Unitop предоставила мне на обзор пару ароматов. Чуть-чуть расскажу о них сначала, а потом покажу. Компания Unitop сотрудничает с Evaflor, тоже компания. Сотрудничество у них достаточно успешное. Туалетная вода, которую мне прислали, называется «Виски». Чем она интересна? Я вам сразу покажу две коробочки. Это то, что приехало ко мне. Я немножко бочком покажу. Давайте даже вот так бочком, чтобы отсвечивало. И сразу поставлю оба флакончика. Вот такие красивые. Такая туалетная вода, она узнаваема легко по флакону. Флакон имеет вообще оригинальную форму. Вот если приглядеться, то форма фляжки. Правда, да? Всего в линейке 8 ароматов. У меня 2. Первый — виски 1970. И второй — виски сильвер. И сейчас я немножечко расскажу про оба аромата. Вообще, когда в линейке 8 ароматов, то можно представить, что при необходимости можно подобрать для своего гардероба мужчине любой аромат и под время года подстроиться, и под настроение, и под любые предпочтения. Ароматы у меня 100 мл каждый флакон, но они есть и по 50, и по 80. То есть можно на любой вкус выбрать. Я обязательно оставлю ссылку на эти ароматы и на все остальные, то есть где можно купить все 8 при желании, либо выбрать свой по описанию. На сайте очень бюджетные цены, как подарок это замечательный аромат. Я его тестировала, оба аромата тестировала на мужчинах, на своем муже и на друзьях. Что я узнала сначала, расскажу про эту воду, что вообще это результат творческого эксперимента. Создатели попытались перенести ауру вот этого мужского напитка, виски, в парфюмерную композицию. Ну и получилось у них, если честно, очень здорово. Ну, по крайней мере, вот эти два аромата моему мужу понравились очень, ну, как и тем, кто тестировал. Ну, давайте больше томить не буду. Давайте начну рассказывать. Первый. Виски Сильвер. Как красиво, да? На свечке переливается, отсвечивается. Вот такая фляжка. Это древесно-цитрусовый аромат. Направление аромата. Я сказала, древесно-цитрусовый. Начальные ноты. Мандарин идет, лимон, бергамот. Ноты сердца. Водные оттенки. Базовые ноты. Мускус, кедр, дубовый мох. И страна-производитель — Франция. Вот его бы я назвала классика. Свежий, легкий. Очень долго держится как на коже, так и на одежде. Но при этом не перегружает мужской образ. Вот у меня муж его носил, например, даже в квартире, не то что там на улице, в квартире. Очень легко он на нем сидел, этот аромат, и носился, ну я не знаю, вот муж говорит, мне, говорит, в нем комфортно. Вот какой-то он легкий такой, вот не мешающий находиться в помещении, потому что, как правило, мужские ароматы, ну, часто, по крайней мере, этим грешат, они очень тяжело ложатся, но, в общем, такая тяжелая мужская нота, когда их нужно сначала выветрить, а потом уже в помещение заходить. Тут нет, тут легко носится, и хорошо вот себя в нем чувствуешь, никто не задохнется, никто не пострадает.
аромат мне очень понравился. Вот действительно классика. И если не знаешь, что подарить мужчине, вот берете Silver и не ошибаетесь, потому что это вот свежесть, это вот как вот тут ноты сердца говорят, сводные оттенки, да, вот брызги, свежесть, роса, вот, и вот что-то такое у меня, вечер, прохлада, вот такие ассоциации именно с этим ароматом. Ну, давайте я перейду ко второму. Если честно, описывать мужские ароматы немножко сложновато, но очень интересно при этом. Второй аромат виски 1970, ну, это, скорее всего, год. Вы знаете, вот он понравился мужу моему больше. Почему? В этом аромате, я бы сказала, есть изюминка. Давайте я прочитаю о нем сначала. Направление древесно-пряный, начальные ноты бергамот, лаванда, яблоко. Ноты сердца корица, специи, шалфей. И базовые ноты амбра, сандал, дубовый мох. Ну и страна-производитель также Франция. Также туалетная вода. Очень оригинальный аромат. Вот не знаю, вот у меня муж когда проходил, у меня ощущение было, что это вот его аромат. Какой-то он неповторимый. И если, мне кажется, я зайду в подъезд, я по аромату пойму, что вот только что прошел мой муж. Понравился. И муж сказал, что прям вот поставив мне его на видное место, я им буду пользоваться с удовольствием постоянно. То есть вот этот прямо зацепил совсем. Ну, как я сказала, тот тоже хороший, тот классика. Тот какой-то знакомый, узнаваемый. Вот этот аромат, вот он прямо, ну, прям вау. И, ну, и согласитесь, упаковка очень красивая. И вот прямо, ну, приятно. Вот глазам очень приятно смотреть, когда вот такой флакон стоит на полочке. Стойкость. Вот стойкость меня поразила. Для туалетной воды более 5 часов. Я вот просто, муж проходит, и от него идет шлейф. Это больше 5 часов. Через сутки у него на одежде все так же прекрасно аромат чувствовался, и не надо было сильно близко к нему наклоняться, чтобы почувствовать аромат. То есть вот очень хорошо и так держится на одежде. На запястье держался, ну, 6 часов. Потом я уже не тестировала, ну и муж, естественно, руки же мыл, поэтому дольше не стало. Но дольше-то и не надо, мне кажется. Мужчины, во-первых, не любят обновлять аромат. Вот они нанесли и пошли по делам, там, на работу, в офис куда-то. И вот этот аромат не подведет, он будет весь день находиться с его владельцем. Честно, понравились оба. Виски 70-го года больше. Вот. Но виски Silver тоже был неплох. С удовольствием были бы остальные, тестировали бы также. Мне кажется, линейка интересная. Ну, как я и сказала, ссылка будет под роликом, поэтому зайдите, посмотрите, может быть, вас зацепит что-то другое. Ну и повторюсь, что ароматы очень бюджетные, потому что во флаконах 100 мл, а цена очень приемлемая и доступная. Как подарок, очень замечательный. На мой взгляд. Ну, вот на взгляд моего мужа тоже, потому что вот видно, что он подходил даже к этой полочке. Вот мы несколько дней тестируем. Он подходит к этой полочке, и с удовольствием у него рука, видно, тянется к этому 1970 года. И с удовольствием он носит. То есть вот я его уже, как я сказала, в подъезд заходишь и узнаешь, что тут был мой муж. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Если я была полезна, я очень этому буду рада. Проходите по ссылкам, знакомьтесь с ароматами, с компанией Unitop, потому что это не единственные у них ароматы. Огромная женская линейка и очень интересная. Но о женских ароматах речь пойдет чуть позднее. Всем до новых встреч, всем пока!